хорошо. Площадь революции пестрит голубыми беретами и тельняшками. Сегодня здесь собрались те, кого называют элитой российской армии. Элитой называли при Советском Союзе и до сих пор ВДВ – это ВДВ. Вот я 37 лет календарных прослужил в ВДВ, и я, если бы сказали начать жизнь, я бы ее начал точно так же. Суворовское училище 7 лет, потом Рязанское училище и служба в ВДВ. В этом году воздушно-десантные войска отмечают 89 лет со дня образования. И хоть дата не круглая, для десантников это не имеет значения. 2 августа они традиционно собираются вместе, вспоминают былое и получают поздравления. Мира, благополучия, чтобы все у вас получалось. Недаром лозунг «Никто, кроме нас» до сих пор предваряется и воплощается вами в жизнь. С праздником, дорогие друзья! Депутат Государственной Думы Андрей Барышев о ВДВ знает не понаслышке. Он не первый раз помогает ветеранам и устраивает праздничные мероприятия для десантников, за что сегодня получил почетную грамоту. У нас образ парня в тельняшке и в голубом берете ассоциируется с мужеством, доблестью, патриотизмом. Ребята и сейчас все находятся в боевом строю. Они передают вот свой опыт, передают вот, ну, своим личным примером служат сегодня для молодежи, для пацанов, какими надо расти, ну, вот, людьми. Бывших десантников не бывает, поэтому вне зависимости от того, кто, когда и где служил, чтят этот праздник и его традиции. С детства была мечта попасть в ВДВ. У меня дядя прошел в Афганистан. Брат старший служил тоже. И как бы это цель всей жизни была, по сути. То есть попасть туда, неважно куда, но главное, ВДВ, что бы меня там ни ждало, я ко всему готов. И по жизни, то есть после армии ты начинаешь понимать то, что все не так сложно, на самом деле. Просто главное быть собой и быть крепким. То есть все это, вся эта закалка десантная, все это было. Кстати, традиционное купание в фонтанах постепенно уходит в прошлое, говорят молодые люди. Современных десантников, по их мнению, отличают реальные дела, а не устаревшие стереотипы о масштабных гуляниях ВДВшников. Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков, СТС Челябинск.